Здравствуйте, я Олег Базлов, и сегодня мы поговорим о электрических лобзиках. Электрический лобзик Redwerk мощностью 600 Вт, модель RDGS600-65, и электрический лобзик Redwerk Basic, модель GS600. В этих двух инструментах очень много общего. Одинаковая штампованная подошва из штампованной стали. Есть защитный экран из плексигласа. Регулировка маятникового хода из трех положений. Регулировка оборотов находится даже в очень похожем месте. Кнопка включения с фиксатором и шестигранные ключи, которые закреплены на сетевом шнуре. Также эти две модели укомплектованы параллельными упорами. Но при таких сходствах в этих двух моделях присутствуют и отличия, которые кардинально отличают эти две модели. Например, для того, чтобы заменить пилку на лобзике Redwerk, необходимо взять пилку, отодвинуть рычаг штока и легким движением закрепить ее в лобзике. Закрыть защитный экран и приступать к работе. У модели Redwerk Basic установка пилки немного сложнее. Для этого требуется взять ключ, отсоединить защитный экран, открутить два винта фиксатора, вставить пилку до упора и затянуть винты. Времени на установку уходит немного более чем 30 секунд, но многие наши клиенты считают, что подобная установка пилки, подобная фиксация пилки, она более надежна. Кто-то может с этим согласиться, кто-то может с этим поспорить. И далее устанавливаем защитный экран. Оба лобзика готовы к работе. Еще из небольших отличий в комплектации этих машин является то, что на параллельных упорах модели Redwerk шкала выполнена методом штамповки с шагом 1 мм. На модели Redwerk Basic шкала также нанесена методом штамповки, но шаг деления здесь составляет 5 мм. Для более точных распилов при помощи параллельного упора здесь, наверное, придется воспользоваться дополнительной линейкой. Но это существенно удешевляет и делает модель Redwerk Basic более доступной. Ну и еще одним отличием модели Redwerk от модели Redwerk Basic является то, что в комплекте идет патрубок для подключения пылесоса. И работа данным инструментом может быть достаточно комфортной, так как отсасываемая пыль не попадает на линию реза. Мастер, оператор, всегда контролирует линию для более точного пропила. Ну и на этом заканчиваю наш короткий обзор и желаем удачной работы инструментами Redwerk и инструментами Redwerk Basic.